Это сказка про замок, про тайны и волшебников. Ведь так принято, если есть старинный замок, значит, должны быть и волшебники. Правда, Александра Николаевича Касьянова величает у нас несколько иначе, главным пивоваром, но это лишь из скромности. А началось все с Москвы. Давно уж. Выбирали там пиво, которое можно было бы сделать главным в стране. И такое нашлось. В его глубине пряталось солнце. Оно было сдобным и освежало даже в зной. Это было наше пиво. Жигулевское. Вы знаете, к примеру, сколько дней его готовят? 71. Щи за это время 850 раз сварить можно. Какие-нибудь обязательно выйдут вкусными. А тут надо, чтобы сразу получилось. Вот здесь, говорят, душа пива рождается. Солодом ее называют. Берут для этого ячмень и проращивают. Превращают в этот самый солод. А зерно ведь разное попадается. Но на то Александр Николаевич и волшебник, чтобы по одному запаху понимать, как с какой партией обходиться надо. Дольше растить или меньше. Жигулевская любит ячмени воронежские, житомирские, курские. Воду ему подавай непременно мягкую, а в Волге она, как на грех, жесткая. Попробуйте-ка тут без ворожбы. Теперь вот солод потереть надо, пожать как следует, чтобы отдал он всю сладость свою. Ее суслом зовут. А в сусло уже и хмелек можно подпустить. И варить, варить. А кастрюлищи-то видите какие? Древние колдуны лопнули бы от зависти. А Антонина Павловна Глыбовская
даже на слух их работу определяет. У каждой варки ведь свой голос есть. Слышите? А это дедушка начинающих волшебников инспектирует. Александра Николаевича все тут дедушкой русского пива зовут. Еще бы, почти 60 лет он его варит. Но 20 век есть 20 век. Без лаборатории и анализов волшебники сейчас и шагу не хотят ступить. Все проверят, и какой характер у пива, и какая крепость. А Алевтина Федоровна Парфенова пиво дрожжами кормит. Дрожжи ему нужны, как людям воздух. Видите, дышать начинает. Если дыхание вялое, пиво подогревают, будоражат, не спи, мол. Потом холодку подпустят, чтобы углекислота и крепость не одолели. Жигулевское ведь должно быть сдобным, ароматным. А привередливо оно у нас больше, чем принцесса на горошине. Не выносит света, любит покой, холодок. Один Николай Александрович Петухов теперь умеет ему угождать. Вот запер в свои ледяные подвалы, и пока пиво не станет свежее утра и прозрачнее слезы, ни за что не выпустит. Под 7 замками, за железными дверьми по 3 недели держит. 33 года он здесь властвует. Мало кто, кроме него и Касьянова, знает, когда пиво совсем поспело. А как они это узнают? Все равно непонятно. Говорят по вкусу. А о вкусе разве слова не расскажешь? Только пробовать надо. И вот, пожалуйста, пробуют, дегустируют. Это у волшебников вроде зачет принимается. Эх, если бы и у студентов такие зачеты были. Прямо завидно, правда? Все у него положительные, только по вкусу я считаю, что недостаточная горечь, чтобы быть 100 баллов. Я ему даю 97 баллов. Снял 2 балла за вкус, ну один за оформление. Алевтина Федоровна, прошу вас. Вкус пива нормальный, я считаю. Горечи достаточно. Отличное пиво. Я дала бы ему оценку 96 баллов. Вкус пива характерен пиву нашему Жигулевскому пивкомбинату, к которому привык потребитель. Ну, общее мнение, товарища, складывается так, что-то между хорошим и отличным качеством. Это нам показывает и среднеарифметическая оценка. 95,5 балла. Рыжский пивоблаский, Башкирский. Настоящее жигулевское. Кто хоть раз его пробовал, наверняка не забудет. Не верите? Приезжайте, не пожалеете. Главный-то волшебник у нас живет.